А здесь уже нельзя ремонтировать. Руин, да, конечно. Пошли в очко. Завожу ген. Никто меня не остановит. Осталось хоть опять послезавтра. Ага. У нас еще как минимум 2 недели будет мороз. Сегодня ночью минус 21. Найс. Свежо. Всего 2 недели, минимум 2 недели, потому что прогноза погоды дальше нету. На 2 недели никто, кроме бога, не предсказывает. Ну да. У нас 2 недели только минус 30, минус 25 будет погода. Нормальная погода. Для вашего региона, наверное. А у меня, ну, я привык уже, что тепло в это время года. Меня поддушивает слегка. О, там схватили с гена челика. Конечно, госфейс, конечно, да. Суициднулась. Ха-ха-ха. Ха-ха, пипега. Ладно, тратим первую аптечку. Проклятая земля. О, тотемчик горит. Это его руин. Блин, я забыл, что мне нельзя отличный скилл-чеки прожимать. Я не потратил ее полностью, я идиот. Против гостевейса проклятая земля на самом деле страшно. Не успею это же. Беги. Да-да, это был хит. Да-да-да, это был хит, ребят. Задержкой большой, да. Задержкой в развитии бывают дети такие тоже. Вот такой был хит тоже. Мама сказала, я особенный. Ой-ой. Мама сказала, я особенный. И хит такой прилетел. Самое большое сожаление, что я не потратил аптечку до конца. Да ладно. Может быть, они еще справятся. Он потерял 2 своих перка. У него мясник, руин и проклятая земля была. У него остался только мясник. Может быть, зов медсестры еще есть, кто знает.
Брось меня, мне не нужна твоя помощь. Мне не нужна твоя помощь, уйди. Элоди, уйди от меня. Элоди, кыш! Господи, что такая приставучая, а? Я же вроде дал понять четко, что я не хочу хилиться с тобой здесь. Аптечка восстановилась. Твоя фанатка, в жопу таких фанатов. У него может быть зоб медсестры. Сейчас проверим. Два раза потратил одну аптечку. Еще 4. Изген заведен уже. Чё, отметил, бро? Наверное, отметил. В этом доме что-то есть. На самом деле, я, возможно, сильно отмеченный сейчас. Он там приличную секунду выглядывал. А Ghostface может отметить это 2.5. Это очень опасный ген. Надо следить за выходом. Что здесь есть? Палету. Вот есть палета. Есть с собой надолго, по-моему. Потратим эту аптечку побыстрее. Отлично, я потратил 3 аптечки. И еще 3. Обузное место, критический момент. Угу. 2 окна. Блин, Хэдденфилд это, в принципе, одно большое обузное место. Если честно говоря. Я здесь ранен, поэтому я здесь умираю, как только он придет сюда. Поэтому я просто молюсь, что он сюда не придет. И чиню ген. Верю в лучшее. Немного беспокоит, что они до сих пор не делают последний ген. По крайней мере, он далеко. Я, возможно, успею этот ген закончить. Возможно, успею. Главное не взорвать ген. Ugh.
Вот лючок. Он за ней гоняется, что ли? Я не знаю. На месте Госфейса я бы сидел и кемпил. Не нужно захилиться. Если выпадет аптечка, будет прекрасно. О, да, детка. Она умерла, да? Я думаю, я не смогу уже аптечку потратить. Может быть, если он мне даст похилиться. Не дал похилиться. Ну ладно. Три аптечки я потратил. Вынес зеленую. Повезло, что аптечку нашел. Иначе я бы не убежал через эти ворота. А, ран капнул обратно. Пугающая тряска была последним перком. Лежи.